Хорошо, кто следующий? Вы говорите. Вы согласны с тем, что делал Гитлер? Нет. Нет. После того, как вы планируете сделать с палестинцами, не кажется ли вам, что вас ждет участь Гитлера? Ерунда. С кем угодно может произойти что угодно. Однако тем временем я сделаю то, о чем говорю. И посмотрим, что будет. Посмотрим. Если Богу будет угодно, все будет хорошо. Если угодно Аллаху, будет еврейское государство. Если угодно Аллаху, будет палестинское государство в Иордании, в Палестине, в Иерусалиме, в Джафе, правильно? Я хочу вас нанять. Так приятно, когда они говорят то, что ты от них ожидаешь.